Я думаю, что юг, глобальный юг – это понятие не только и не столько географическое, это идеологическое, это экономическое, это политическое понятие. Потому что тотальное давление Запада, стремление западных стран, развитых стран взять на себя монополию во всех отраслях, мне кажется, время пришло, что создается баланс. И этим балансом является именно идея глобального юга. Поэтому я с удовольствием воспринял идею китайской стороны о создании международного дискуссионного клуба, посвященного проблемам глобального юга. Я с удовольствием постараюсь участвовать в этих дискуссиях. Вполне понятно, что страны глобального юга хотят объединиться и выставить разумные идеи, разумные проекты, разумные предложения для того, чтобы в мире был не давление Запада, одного Запада, а был баланс некий. Поэтому я думаю, что концепция глобального юга имеет огромное будущее, и страны глобального юга, Восток в том числе, они принесут в этот очень серьезный период, когда мир стоит на грани огромных потрясений, некую стабильность, некоторую справедливость и развитие идеи о глобальном юге, там, о балансе, о стабилизации всего мира, они актуальны. Я думаю, что дискуссионный клуб будет иметь определенный успех.